好。哎，哎。Всем привет! Сегодня я попробую постричься. Очень жарко в Гуанчжоу. Парикмахерские у них выглядят примерно вот таким образом. То есть именно вот эта вот светящаяся штука, которая вот крутится, это вот говорит о том, что здесь салон красоты. Блин. Массаж мне будет делать мальчик. Мне очень не нравится, когда мальчики делают массаж. Девочек очень мало в парикмахерских китайских. В основном работают мальчики. Вот такие вот стильные. Вот такие вот у них кресла. Ложишься на кресло. Она обалдеет, она аж спит, мне кажется. Как здорово. На улице так жарко, вода так вообще прохлаждает. Стрижка у китайцев примерно выглядит так. Заходишь, поднимаешься здесь вот на второй этаж, тебе делают, тебе сначала моют голову. Вот, у меня помыли уже голову. Сейчас они намыли второй раз, не получается. И сейчас будет минут 20-30 будет делать массаж. Можно поспать. Или можно посмотреть на небо. Здорово. Кей-букей. Спроси у него, можно снимать или нет, он говорит, можно. Все, мне сделали массаж, помыли голову, сейчас пойдем постригаться. Сюда. 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 Здесь. Идем. Сюда. Окей? Сейчас еще раз голову помоют и все. Все, меня постригли. Стрижка обошлась мне 45 юаней. В эти 45 юаней вошел массаж, 3 раза помывка головы, стрижка. На этом закончим. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.